мужчин. Я из деревни Вериншен. Азербайджанцы находятся на расстоянии 50 метров от нас. 4 дня назад вышел из дома, остаюсь у друга. Если дорога не откроется, не знаю, что будет с нами. Ни в Армении, ни в Карабахе нет никакой власти, поэтому мы в такой ситуации. Если Карабах принадлежит азербайджанцам, пусть власти скажут нам об этом в открытую. Пусть скажут: уходите оттуда, это не наши земли. Мы соберемся и уйдем. Не знаю, что нас ждет впереди. Если золотоносные рудники перейдут азербайджанцам, как будем жить? 80% бюджета Карабаха поступает из этих рудников. Если еще 10 дней так продолжится, что будет с нами? 30 лет назад мы были победителями, но сегодня диктует Азербайджан. Поэтому при виде их мы убегаем. У нас один выход. Все поднимем руки вверх и скажем: Ильхам Алиев, мы с тобой, или погибнем. Сегодня